27 октября откроет всем знакам зодиака любовь к прекрасному. Повысится интерес к искусству, культуре, истории. Ожидает море прекрасных знакомств. Овны, вам следует набраться энергии и достать дела из дальнего ящика. Советы родных и близких как никогда помогут вам в этой работе. Оптимальное и удобное для вас решение кроется именно в вашей голове. Тельцы, будьте позитивны, приятные эмоции оградят вас от негатива и ссор. Не засиживайтесь в четырех стенах, устраивайте вечерние прогулки в парке или в развлекательные места. В одном из таких мест вас ожидает ваша будущая судьба. Близнецы, ваша внутренняя красота привлекает людей, вы попадаете в центр внимания. Используйте эту возможность для поднятия окружающим настроения. Судьба готовит вам один очень значимый сюрприз, после которого жизнь разделится на «до» и «после». Раки, ваш иммунитет находится в упадке. Будьте аккуратны при контактах с людьми и в обращении с вещами. Рассеянность и раздраженность будут мешать на работе. Денежные траты настигнут неожиданно, причем из-за вашей же неосторожности. Львы, проявите себя с лучшей стороны, покажите ваше умение дипломатики и деликатного поведения. Внимание интересующей вас персоны будет захвачено. Прекрасный день для посвящения себя романтике. Девы, ваши аналитические способности находятся на пике. Будьте верны самому себе, не доверяйте всему услышанному. Корыстные люди хотят вас подставить, будьте к этому готовы. Вам могут пустить пыль в глаза и нажиться на вас. Весы, новый день не принесет вам никаких волнений. Оставьте дела домашние, а 27 октября уделите время себе и отдыху на природе. Будьте аккуратны и бдительны. Велик шанс получить рану любого вида. Скорпионы, приготовьтесь к тому, что после работы вы придете уставшими, еле шевеля ногами. Однако ваше настроение будет прекрасным, успокоенным, успешным завершением дел. Работа работой, но здоровье тоже важно. Не забывайте хорошо отдыхать и восполнять свою энергию. Стрельцы, звезды предупреждают вас о рисках размолвки с близким для вас человеком или старшим вашей семьи. Сделать первый шаг к примирению должны именно вы. Будьте осторожны с вашим кругом общения, в нем могут добавиться корыстные личности. Козероги, вы должны приготовить себя к выполнению большого количества работ и принятию серьезных решений. Маленькими шагами вы распутаете запутанный клубок, каждый раз заряжаясь энергией маленькой победы. Относитесь мягче к близким. Водолеи, вам новый день принесет приятные сюрпризы в романтической сфере. Одиноких людей ждет встреча со второй половинкой. Это произойдет быстрее, если вы перестанете стесняться и будете чаще выходить из зоны комфорта. Рыбы, во вторник вам лучше отказаться от рутины, а вот деловые встречи увенчаются успехом. Активный досуг принесет большое удовлетворение. В компании не забывайте о своем партнере, так как вы достаточно забывчивы. Звезды обещают, что 27 октября всем знакам зодиака суждены романтические встречи. Будьте к ним готовы, звезды знают, что говорят.